Здравствуйте, друзья и гости. Приготовим чебупели. У меня остается сыворотка от домашнего сыра. Будем делать тесто на сыворотке. Берем 200 мл сыворотки, 500 грамм муки, 50 мл оливкового масла, 1 чайную ложку соли. Сыворотку наливаем в кастрюлю и нагреваем. В муке делаем углубление и вливаем постепенно горячую сыворотку. Солим, вымешиваем тесто, добавляем масло. Тесто получается мягкое, эластичное. Как только оно немного остынет, начинаем вымешивать руками. Потом тесто на 30 минут убираем в холодильник. Пока тесто лежит в холодильнике, приготовим фарш. Свинина, говядина 50 на 50, луковица, зелень, соль, перец и 100 мл кефира. Тесто раскатываем тонко, 2 мм. Делаем кружочки стаканом и кладем по 1 чайной ложке фарша. И защипываем, как на чебуреке, только маленькие. Нагреваем растительное масло и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Накрываем потом крышкой, минуту держим под крышкой, они в это время надуваются. Выкладываем шумовкой и подаем с томатным соусом, с любым или со сметаной. Получается очень сочная корочка, хрустящая, и очень сочный вкусный фарш. Ну вот теперь вы знаете, как приготовить такие вкусные чебупели самим в домашних условиях. Очень просто, правда?